Вот я зашел посмотреть, тут все делается. Это готовится встречать архиерея. Еще до службы он не приехал. Это у батюшки в комнате. Света тут нет, не включили свет. Хотя можно было включить. Вот как. И на второй этаж у него тут подъем. Посмотрим, что там на кухне делается. Печка горит. Еще они делают тут. Доброе утро, Игнатий Ильич. Заботится. Христос воскресе. Угу. Ну, думаем встречать. Сейчас батюшка объявил митрополита Сергия. А нам в прошлом году больше к вам никогда не приедет. От вас Иларион отказался. Ну, то есть безумие миссионерских лжеотделов этих. А он никаких, приезжает. Он из Западной Украины. Не его. Владимир Александрович, как тут епископ в Славгороде. Знать ничего не знает. И все, кто к нам поедет, он их будет что-то гнобить. Ну, то есть безумие, злобу одну привозят с Украины. Покатоличили все, а теперь и крещения-то настоящего нет. Ну, дали на короткое время ему здесь епархию, новая епархия-то, и он лютует просто. Которые священники прижали, значит, со мной дело будете иметь. То есть, как волк, абсолютно законченные волчары. В глаза не видал, мимо ездит, ни разу не заехал. И готов убить тех, кто к нам будет заезжать. Ну, что это, непонятно, что ли? Что тут христианского есть? Тут даже безбожного ничего нету. Видите, старается украсить. Так и архиерея ждем. Митрополита. Вот старается. Сестры несут послушание. Это вот Капустина Татьяна Кузьминична, старшая сестра Христовоздвиженской общины. Вот Галина Александровна Загуляева приехала. В лагере помочь надо. И здесь помочь вот успевает. Ребятишек оставила на мужа и сюда. Ну, а любовь наша его, ты как, Александровна? Да, местная. Да. Какая твоя была девичья фамилия-то? Ой, Хриспенс. Вот так, Хриспенс, потом попробуй догадайся. А так, Минаева. Да. Так, а тарелки ставьте так, чтобы за край не заходили. Отодвинь подальше, сейчас она сделаю. Упадет. Сейчас сделаю. Посуду ставьте так, чтобы она за край стола не уступала. Подальше, к центру. Игнатий Тихонович, зовут братья. Батюшка там, вон, братья опять тащат, смотрите, что накупили. Это из города везут. Это Андрей Головач привез. Андрей Головач привез. На пол поставьте, на пол. Куда лепишь? Видите, как батюшка наморозил березовки, смотрите, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, полторашки, семь. Больше 10 литров. Водки-то нету, вина нету, пива нету, алкоголя нет. Это у нас не в храме даже, не в храме. Здесь тот, вот посмотрите, наши голубицы, как открыли. Перед Богом все это. Эти рыбы привозят. Это тут. Другая совершенно, ты не права. Я пойду сейчас туда встречать, а то архиерей приедет, а меня нету. Где-то я фуражку свою пока ходил-то потерял. Я и забыл, что я подмышкой держал. Надо найти ее. Где она у меня? А, вон. Нет, нет. Где-то фуражку я обронил. Вон она.